Фильм под интригующим названием «Мы братья» – первый блокбастер в истории белорусского кино. Картина была снята по заказу Министерства культуры Республики Беларусь совместно с американской стороной. Лицезреть нашумевший продукт отечественного производителя брещанам посчастливилось первыми. Заполненный кинозал говорил о неподдельном интересе зрителей к киноработе. Одной из причин такого ажиотажа могла послужить и громкая реклама с богатым списком известных актеров. Я думаю, что сегодня праздник для... не только для нас, но и для всех, кто какое-то отношение имеет к кино в Республике Беларусь. Вот. Сегодня начинается прокат фильма «Мы братья», который мы так долго ждали. Он начинается именно с Бреста. Даже несмотря на то, что на кинофестивале «Киношок» уже состоялась премьера, мы уже ездили туда и открывали «Киношок» нашим фильмом. Все равно, я думаю, что именно сегодня – это вот тот день, когда все так наконец-то и закрутилось. Слава Богу, наконец-то мы этого дождались, и брещане имеют возможность первыми увидеть это кино. Кинолента «Мы братья» поднимает глубокие темы, вечные ценности, взаимопонимание между людьми, любовь, человечность. Основная сюжетная нить – противостояние двух международных кланов, а именно Беларусь становится местом, где разрешается конфликт и решается судьба всего мира. Эта история не только о Беларуси, просто так получилось, что события, которые происходят у нас в кино, они могли происходить абсолютно везде, где угодно. Везде, где угодно, могли быть два таких брата, которые есть у нас. Везде, где угодно, могли происходить те события, которые происходят у нас в кино. И я думаю, это объединяет, потому что, допустим, россияне, которые на «Киношоке» видели это кино, к нам подходили и благодарили нас за то. Потому что все, конечно, сейчас понимают, что происходит в мире, что происходит в нашем постсоветском пространстве и так далее и тому подобное. Для всех это очень тяжело, очень больно. И все соглашаются с тем, что мы действительно, мы братья. И нам нельзя ругаться друг с другом. Картина «Мы братья» – это громкая заявка белорусского кинематографа на международной киноарене. Уже сегодня интерес к картине со стороны многих стран мира дает предпосылки для дальнейшего развития отечественного производства в этой сфере. Скажу по секрету, заключен договор с дистрибьюторской компанией о продаже этого фильма в 40 стран мира. И на данный момент уже три страны, Турция, Япония и Южная Корея, они уже ждут копии. Фильм переведен на английский язык. Вот, и, скажем так, дистрибьюторская компания, она обязалась продать этот фильм в 40 стран мира.